Всем привет, дорогие рукодельницы! В сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать вот такие интересные снежиночки-медузки. Как я их назвала, вот как-то они мне очень похожи на медузу. Сделаны они из узкой ленты. Если вам понравились такие снежиночки, оставайтесь со мной. Для того, чтобы сделать нам такую медузку, понадобится органза, атласная ленточка, в моем случае белая с люрексом, и ленточка парча. Нам понадобятся лепесточки трех размеров. Для этого нам нужно будет атласная ленточка, ширина 6 мм и длина 10 сантиметров. Органза 1 сантиметр и 2 миллиметра на 10 сантиметров. Парча 5,5 сантиметров и 6 миллиметров ширина. Это у нас будут самые маленькие лепесточки. Таких нам понадобится для такой медузки 5 штучек. Затем средние лепесточки. Ширину я говорить уже не буду. Ленточки все одинаковые, только разные по длине. Длина 12 сантиметров. Органза также 12 сантиметров. Парча 6 сантиметров длина. Сам таких лепесточков средних нам понадобится тоже 5 штучек. Самых больших лепесточков нам понадобится 15 штук. Длина для таких лепесточков нужна 14 сантиметров. Атласная ленточка также 14 сантиметров. Парча 8 сантиметров. Также понадобится нам 2 фетровых кружочка. На одном кружочке я заранее отметила расстояние, с каким буду приклеивать сами наши ножки-медузки, как можно так сказать. Я отметила карандашиком для того, чтобы просто было нам удобнее и было одинаковое расстояние между ними. Затем еще низ я украсила и заодно еще закрепила, чтобы они были плотнее, вот такой декоративной лентой. Она у меня вот такая глиттерная. Вот здесь. Затем мы украсим вот такой интересной серединочкой. Похожие серединочки, только здесь немножко бусинки больше на самых краешках, я уже делала в своих мастер-классах. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Теперь из инструментов нам понадобится линеечка, зажигалочка, ножнички и горячий клеевой пистолет. Начнем делать наши лепесточки. Такие лепесточки начнем делать так, как я уже делала и не раз в своих последних мастер-классах. Не переключайте. Если вы подумаете, что это тот же самый лепесток, и вы уже знаете, мы сделаем из него совершенно новый и очень интересный лепесточек. Делается он так же, как я делала во многих последних мастер-классах. Ссылочку я также оставлю в описании под видео.
Вот такие лепесточки вы уже видели, как я делаю. Теперь мы делаем немножечко по-другому. И получается совсем другой результат. Берем, переворачиваем этот лепесточек обратной стороной к себе. Пальчиком придерживаем краешек нашего лепесточка. И прикладываем, для чего нам надо было выделить серединочку, для того, чтобы ровно по центру приложить нашу верхушечку. И запаиваем краешек зажигалочкой. Но это еще не все. Берем наш клей. И вот здесь, смотрите, у нас образовался вот такой кармашек. И мы на него наносим немножко клея, а также на край. И здесь между первой и второй петелечкой также наносим клей, для того, чтобы хорошо закрепился наш лепесточек. Придавливаем пальчиками. И в результате у нас получается вот такой лепесточек. Таких больших лепесточков, я повторю, понадобится нам 15 штучек. Повторю еще раз. Делаем начало как для лепесточка для универсальной снежинки. Повторюсь еще раз. Ссылочку на этот мастер-класс и подробное описание, как делать такие лепесточки, я оставлю внизу в описании под видео. Находим центр, переворачиваем обратной стороной к себе и центр прикладываем к самому низу нашего этого лепесточка. Запаиваем зажигалочкой и клеим, склеиваем вот эти кармашки, а также между двумя петелечками, этой и этой. Вы, когда раздвинете, так будет видно вам. Между ними капаем клей и склеиваем. Вот такой у нас лепесточек получается. То же самое делаем и самым маленьким лепесточком. У меня готовы мои лепесточки. Теперь начнем складывать ножку нашей медузки. На одну такую ножку нам понадобится 3 больших, 1 средний и 1 маленький лепесточек. Для начала возьмем самый маленький. Наносим клей по самой парче. Теперь берем лепесточек средний и клеим к началу нашей органзы. Все время делаем на одном расстоянии, чтобы у нас ножки медузки были одной длины. Вот такие у нас получаются интересные завиточки. То же самое продолжаем делать дальше. Следите так, чтобы у нас наша парча была на одной линии. Тогда будет аккуратненько.
Вот у нас получается вот такая ножка. С остальными лепесточками делаем все то же самое. Всего нам понадобится вот таких 5 штучек. Вот такие заготовочки у нас получились. Теперь начнем сборку нашей медузки. Клеим, не доходя до центра. Вот у нас получается такая снежиночка-медузка. На обратную сторону мы, так как у нас лепесточки, как видите вы, заворачиваются, чтобы их хорошенько закрепить, мы клеим вот такую декоративную ленточку. Отмеряем отрезочки. И чтобы она немножко заходила на наш фетровый кружочек. Вот такие отрезочки нам понадобится. 5 штучек. Клеим на самое донышко. Вот таким вот образом. Делаем все остальные точно так же. Когда я приклеила полностью низ, мы можем закрепить его фетровым кружочком. Это в том случае, если вы еще не определились, какая будет основа. Такие медузки будут интересны и на обруче, и на заколочке. Поэтому, если вы уже хотите там заколочку или обруч, можете делать уже фетровый кружочек вместе с основой. Клеим нашу серединочку. И приклею на основание наш фетр. Вот такая у нас снежиночка-медузка получилась. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Вы увидите еще очень много интересных и полезных мастер-классов. Не забывайте нажимать на колокольчик, вы будете первым получать уведомления о моих новых видео. Ну а на сегодня всем пока-пока!